Дополнительная инженерная техника Восточного военного округа прибыла для ликвидации лесных пожаров в Якутию. Военные машины доставили железнодорожным транспортом из Хабаровска. Отряд совместно с силами ГУ МЧС России в районе поселка Бязь-Куюль оборудовали участок минерализованной полосы общей протяженностью около 6 километров. Также военнослужащие оказывают помощь местному населению по вывозу мусора от сгоревших зданий и построек. За все время работы вывезено около 350 тонн сгоревших материалов. Военнослужащие как раз приехали вовремя и сперва начали помощь по округливанию горящих точек. И сейчас уже этим уже локализовали. Сейчас ребята занимаются очисткой территории участков, где пожар прошел, и уборкой территорий, прилегающих территорий. Ну, работа болтается. К мероприятиям привлечен 131 военнослужащий и задействовано 24 единицы специальной техники. Олег Завьялов, Екатерина Зверева, Настасья Лихман. Новости на Восьмом.